Дневники единственное не купили, а так школьная форма только нам осталась докупить. У Ирины Овчинниковой трое детей и школьников. Каждый год в августе она тратит на их сборы более 20 тысяч рублей. У меня получается один старший сын и три девочки. И вот, допустим, от старшей уже дочери, естественно, достается. То есть на 1 сентября мы, конечно, купим новую одежду, да, покупаем. А на повседневную у нас достаточно одежды от старшей дочери. Сегодня в планах покупка школьной формы и рюкзака. На туфли каждой дочки Ирина планирует потратить не больше 1500 рублей, на одежду – около 3, и 2500 на канцтовары. Итого 7000 на одного ребенка. Дороже всего, кстати, обойдутся сборы первоклассников. Один в 11 класс идет, в 6 класс и в 1 класс. Дороже всего кто обходится? Потому что, 11-й, как бы, форм, он вырос уже, естественно, форму такую, то есть на 2 года ему достаточно. А в 1 класс это полностью собирать ребенка. Дошкольник. Это рюкзак для дошкольника. Ты уже школьник. А что? Другой рюкзак надо, побольше. Всем расстроилась. У Росстата статистика другая. В сумме на сборы лишь одного ребенка в школу, по их данным, тратят от 18 тысяч рублей. 4 тысячи на канцелярию, 16 на одежду и обувь. В Алтайском крае это суммы неподъемные, даже со скромными запросами. А дети обуть детей Ирине помогают власти края. Многодетные семьи получают выплаты от губернатора на детей, на помощь детям школьного возраста. Первоклассники получают 7,5 тысяч рублей, на первоклассников получают такую сумму, на остальных школьников по 5 тысяч рублей. Поэтому многодетные здесь гарантированно, скажем так, ежегодно получат денежную помощь на каждого ребенка школьного возраста. Для малоимущих тоже предусмотрена помощь. Проект «Соберем детей в школу» одел обул на деньги предпринимателей. Правительство в прошлом году 1400 учеников подарил рюкзаки с канцелярией 200 первоклассников. В этом, несмотря на пандемию, планы такие же. Дарья Демилер, Илья Халяпин. День с толком.